Антинаркотическая комиссия Химок подвела итоги работы за лето. По данным представителей органов внутренних дел, отмечен рост привлечения к ответственности за употребление наркотических средств. Это в сравнении с тем же периодом прошлого года. Однако, как отмечает в МВД, большинство из задержанных приезжие. В принципе, с этим и связано, что порядка 10% из общего массы привлеченных лиц по статьям, соответственно, за употребление и хранение наркотических средств, это лица приезжие, они не являются гражданами нашего любимого города. Наркозависимых поставили на учет в спецлечебницах.